Можно пока без камеры забыть, какие педали где? Хорошо. Что я должна сделать? Что я должна сделать, когда села в машину? Вот только села. Значит, отрегулировать сиденье, пристегнуться, отрегулировать зеркала. 2 hours later. Ну, посмотри сюда. Так. Я буду тыркать все подряд. Или сначала завести машину надо. В общем, значит, у нас первая педаль, если я помню, это была газ. Посередине тормоз, слева сцепление. Значит, мне надо сейчас будет поднять. Ты можешь хотя бы отвечать, правильно или нет? Я не знаю, что ты хочешь. Я хочу завести машину. Ну, я хочу отрегулировать эти, но надо же сначала завести ее. Ну так заведи. Ногу поставить на сцепление и на тормоз. Зачем? У тебя ручник выжат. Да? Значит, здесь я что-то сейчас кручу. Можешь мне подсказать? Это я сделала? Вверх подними. Что дальше? Ты можешь показать, как отрегулировать зеркала? А то я забыла. Я не помню. Как ты не помнишь? Так, вот это нет. Ближний свет надо включать? Он у меня не включен. Где ближний свет? Вот эту кнопочку только? Там нет кнопочки. Включен, да? Значит, как это самое? Ну, напомню, как на твоей машине было. Там нарисованы зеркала. Две кнопочки. Одно эти? Зеркало слева, другое справа. Эти? Одно вот нажимаешь. Ну ты же видишь, где зеркала? И теперь джойстиком. А что, так можно было, что ли? Ручник убираем. Вниз или наверх? Вначале чуть-чуть наверх, а потом вниз. Ну, кнопочку нажимай. Теперь сцепление. Руки на руль. Включай передачу первую. Не, нахрен сцепление. Мне реально страшно. Ну, нахер. Ты давай регулируй что-нибудь. Третья? Первая? Approximately 10 hours later. Проедут, и я туда тоже поеду. Ой, нормально вообще. Так, короче, что я должна делать? Сцепление нажимать? Так, всем привет. Сегодня 21 марта, и я решила перед тем, как ездить с инструктором, проехать с мужем, вспомнить, где тут какие педали, где тут что, потому что за больше, чем за год, за полтора года я уже все позабывала. Вот, поэтому сегодня такое вспоминаю. Такое будет небольшое видео. Так, значит, что я делаю? Прежде чем я тронусь, я села, отрегулировала сиденье, пристегнулась, отрегулировала зеркала. Нет, подождите, сначала подняла ручник, завела машину и тогда отрегулировала зеркала. По-моему, так. В общем, вроде как я готова. Теперь что я должна сделать? У меня здесь три педали. Слева это у меня сцепление, посередине у меня тормоз, справа газ.
Значит, я сейчас должна нажать на тормоз и переключить первую передачу. Правильно? Давай посмотрим, что из этого выйдет. Тебе не жалко меня и машину? Так, в общем, пробуем. Нажимаю тормоз. Подскажите, пожалуйста, правильно или сцепление тоже надо выжимать? Сцепление надо? Ребят, напишите в комментариях, прежде чем нажимать тормоз, надо выжимать сцепление? Я забыла. Подождем. Да? Moments later. Ну, написал кто-то? Пока нет. В общем, я все-таки выжму сцепление. Выжала сцепление и нажала тормоз до упора. Полиция едет. Выключай. Выключи пока. Тем более ты не пристегнут. Ты вообще хренел? Пристегнись. И что? Выключи зажигание, все. Ну? Смотрите, ребят, я еще даже не тронулся, ко мне уже полиция подъезжает. Покажи кусочек. А, уже все, уезжает, не успел ты. Поэтому сейчас мы все это дело повторим. Наверное, это знак, что я еще не готова. Так, вроде как уехали. Давай, инструктор, помоги, пожалуйста. Ты просто говори, если я правильно делаю, тогда правильно. Значит, можно я сначала, прежде чем вот эту фигню подниму, ну, ручник уберу, я уже ногу на тормоз поставлю. Ну да, тебе проще будет убрать, чтобы... Или сначала вообще включить машину. Да, зажигание включай. Значит, я нажимаю на тормоз до упора. Да? Это тормоз? Вроде. И наверх, и вниз ручник. Не как в прошлый раз, да? Теперь я включаю... Ты сцепление выжила? Нет. Ну, а как ты будешь? Выжать и держать передачу? Я забыла, или надо было, да, выбирать? Да, держать. Какая сейчас? Третья. Третья. Ну, что-то первое, наверное. Класс. Так, короче. Ну, просто скажи сразу, что у тебя проблемы с коробкой передач. Это не я. Это не у меня не получается. Это что-то с ней не так. Правда? Значит, что мы сейчас? Сцепление убираем и нет, убираем тормоз. И плавненько поднимаем сцепление, да? Ну, Сергей, ну ты долго... Пробуем. Убираем тормоз или сцепление? Первое. Ну, быстрее, у меня уже ноги отекли. Убирай что-нибудь. Ты почему меня тут ничего не показывает? Я опять это не включила. Включила. Тут поехали. Надо... Ну, говори, что нажать. Не нажимать ничего не надо. Что спустить? Тормоз отпускаем и плавно отпускаем сцепление. Давай. А руль у меня уже повернут? Ну? Ну? Я не чувствую. Что теперь? Что я сделала, Сергей? Ты тормоз не держи. Нет, я заново нажала тормоз, потому что машину увидел. Можешь ее убрать? Давай. Надо заново переключить? Нет, но она же стоит у тебя на передаче. Сейчас, подожди, у меня руки трясутся. Фух. Сейчас, ребят. Все, поехали. Просто мы сразу как-то быстро поехали. Теперь дать газку. А я педаль не вижу. Ты на дорогу смотри. Не надо ничего нажимать. Напомни, пожалуйста, когда газ нажимать, тоже сцепление надо было выжимать? Для чего? Зачем тебе сцепление выжимать, когда нажимаешь газ? В это стекло. Я неправильно тормознула, Сергей. Я столько неправильно тормознула. Все правильно тормознула. Ты же не заглохла. Не заглохла. Не слишком быстро? Ой, у меня телефон перестал это самое снимать. Во время движения нельзя пользоваться телефоном. Ну
Слушай, это сейчас просто ознакомительное видео. Я хочу просто вспомнить, что там с этими педалями, потому что все-таки мне в апреле месяце в город выезжать. Ну ты не нажимай на тормоз, ты газ, давай чуть больше. Так я только газ и держу. Так и на вторую переключайся. Нет, подожди, я должна вспомнить. Видел, как я резко остановилась плохо? Я хочу плавненько где-нибудь сейчас там встать, для того, чтобы вспомнить. Ямки объезжай. Так я это и делаю. У меня трясутся руки и ноги. Потому что газу надо на вторую переключить. Нет. Да. Подожди, второй переключать надо... Нет, я хочу припарковаться сейчас, объясни мне как. Там, с краю. Ну так подъезжаешь, потом выжимаешь сцепление, выключаешь передачу и плавненько нажимаешь тормоз. На метролоку ставить, типа? Ну, а куда? Норм? Я думал, ты там, возле краешка хочешь, а не посередине. Зачем? Нет никого, нормально. Кстати, меня не видно, да? Так, что теперь? Мы не заглохли, значит, все хорошо. Значит, опять включаем первую. У меня тормоз не нажат. Слышишь, у меня тормоз не нажат. Я слышу. Давай, выжимай сцепление, опять включай первую. А если она у меня выжата все это время? Ну, тогда не надо выжимать. Надо ее выжать в тот момент перед переключением. Тогда тормоз сейчас нажать? Так. Ну, сцепление. Какая? Третья. Поехали. Газу. Ну какого газу? Газу давай прибавляй. Выжимаешь потом сцепление. Посмотри на обороты. Когда до 20 доведи, до 20 тысяч. Сцепление. Нет, я пока не готова. Я поеду сюда. Определяйся быстрее, а не крути руль лево-право. Вот они посередине встали. Мне не проехать, между прочим. Попробуй там, где мы выезжали, сейчас заехать. Так, это я еще до 20 не дошла, между прочим. Я хочу научиться плавно парковаться. Где это подъеха? Вырежу сюда. Я до 20 специально не довожу. Я в яму не пойду. Может, фигурой поедем? Ты на вторую переключись. Газ с газу, дай по прямой. Едь прямо, дай газу. Переключись на вторую. Да, полиция едет. Хочешь узнать, что ты так медленно едешь. Вот здесь я сейчас встану, за мной никто не едет. Вот я выжимаю сцепление, нажимаю на эту. Вот так. Нормально? Ну, рисковато. Ну, я правильно делала по логике сцепления? Да, все отлично, поехали. Не говори так отлично, то я сейчас зазнаюсь и что-нибудь натворю. Давай. Так. Тормоз. Теперь я выжимаю сцепление, ставлю на нейтралку. Третья. Задняя. Да? Угу. Третий. Во. Никого? Давай, поехали. Извините. Так, значит, что мы делаем? Выжимаем сцепление. Заводим. И поехали. Ну там еще кто-то приехал. Поехали. Да что ты? Наш третий. Выжимаем сцепление. Заводим. И переключаем на первую. Ну так надо было сразу нейтралку в любом случае включить. Третий чувство. Попробуй. Только тормоз отпускай, да? А у меня тормоз вообще не нажат. Давай, поехали за тобой. Подожди, куда они? Они за тобой. Да что такое? Слушай, может хватит на сегодня? Давай, заводим. Я отпустила сцепление. Выжми сцепление, заводи машину. Передачу врубаем первую. Нет. Нет. Блин, с передачами проблема? Вот, чуть пожестче ее надо в левую сторону, вот. Теперь правую ногу чуть-чуть на газ. Плавно опускаешь сцепление и правой
добавляешь немного газа. Ну? Нет, подожди. Давай. Я хочу здесь развернуться. Вот давай. Я не знаю, я же его разобью. Ты здесь? Развернешься здесь, здесь. Тут места достаточно. Или вот тут проехать? Нет, нет, слева. Давай, трогайся. Не держи на сцеплении долго. Отпускай сцепление. Давай, давай, давай. Давай еще раз. Давай еще раз. Yeah! Come on! Нет, всё, я на сегодня... Давай, отпускай сцепление. Что значилось? Объясни. Резко отпускаешь или тормоз до сих пор жмёшь. Я вообще тормоз. Отпусти тормоз, поставь ногу на газ. На газ поставь. Это тормоз. На газ поставь ногу. Ну? Нажми чуть газ. Видишь, вот это газ. Отпускай сцепление. Отпускай плавненько. Плавненько отпускай. Видишь, все нормально, когда отпускаешь, нормально. Давай, чуть газку поддай сейчас. На повороте, да? Чуть газу дай, пожалуйста. Я давай. Прошу тебя, дай мне газу. Так, что там дядя Сэм? Давай туда попрямую, куда-нибудь. Они туда едут. Ну газу дай, включи вторую. Значит, газу, сцепление. До 2000 разгонись, до 20 000 вернее. Сцепление? Потом разгонись потом. Вначале на первый до 2000, до 20 000. Нет, я не буду, потому что... Давай! Нет. Ты успеешь, давай, я верю в тебя. Нет, я даже давай. Не буду давать передачу. Не, нахрен, еще назад поеду со всей силы. Начинать первый урок, а почему он сигналил? Он сейчас поянку. Почему он мне сейчас сигналил? Ну потому что слишком медленно едешь, он тебе говорит, давай быстрее, Вероника. Вообще-то еще не надо быстрее. Давай по прямой, вот я газу дай. Газу дай, ты на дорогу смотри, не на экран. Дай газу. Газу, сцепление, газу, сцепление, потом переключай на вторую вниз. Нет, подожди, вот они все пускают туда. Вот здесь по прямой туда. Давай, 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 поехали. Я покрыла, где что? Газ справа. Не надо путать меня, я это помню. Выключи ты поворотник уже. Ну ты сейчас... Я сначала можно проеду опасный поворот? Едь давай. Все, Сергей, я сейчас паркуюсь. Давай, едь газу прямо. На вторую переключись. Стресс. Давай, они там остановились. Они никуда не едут. Поехали. Разогнаться. Давай. Сцепление надо нажимать? Да, ну конечно. Ну ё-моё, сколько раз говорить можно? Разгонись нормально. Ну давай, еще чуть-чуть. Еще, 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 еще. Давай, сцепление и на вторую вниз, быстрее. Вот, и газу, 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 газу. Ну хорошо, здесь мне сейчас притормаживать надо, но... Зачем? Направо, до конца направо. Ты что, охренел? Вот здесь и разворачивайся. Вокруг шин также этих обижают, здесь? Слева, да? Ты что, здесь точно направо, давай. На первой надо? Нет, на второй едь нормально. Давай, поворачивай. Лево. Нет, я так не буду пока. Я не говорю тебе змейку делать, а вокруг шин, я говорю. Прямо теперь давай туда ездить. Скажи, зачем мне надо было включать второй, если я даже до 200 оборотов не езжу? Потому что ты сейчас едешь 20 км в час. Как мне сейчас, я хочу выехать туда и нажать сцепление, чтобы притормаживать? Едь, не надо притормаживать. Вот едь! Вот я туда пошла. Яма, левичусь. Давай, налево. Еще яма. Давай, газу, газу, газу. Еще яма. Ну, что ты думал? Мы так едем плавно. Так это же радость, тобой. Головой тут не забывай крутить во все стороны. Я поеду за ней. Давай, едь за ней. Гениально. Ну тогда и тебе придется делать то же самое. Зачем ты это делаешь? Что ты хочешь сейчас сделать? Я просто поеду туда прямо. Ну она справа, у меня преимущество. Ты должна ее вступить дорогой, если она будет сейчас поворачивать в твою сторону. Газу, газу, давай. Ты же видишь, обороты падают уже меньше 1000. Нет, вокруг этого давай островка еще справа, и потом поедешь направо, я говорю. Ну, уже поздно, я направо. Она не сюда едет, надеюсь, окей. Налево тогда поворачивай. Как давай между... Ну, давай напомни мне, как тормозить хочу. Сцепление, тормоз? Да. А передача когда? Вытаскиваешь передачу на нейтралку. Во время чего? После сцепления? Да в любой момент. Можешь, блин, сцепление, передачу убрала, и потом тормозишь, ну. Ладно, еще кормочек. Давай вокруг шин сейчас сделай змейку проедь между колесами. Может, задом поедешь? Вот только... Вот сюда можно попробовать. Ну так неинтересно, надо начинать с одного края, и потом ехать змейкой. Так, я хочу здесь припарковаться, значит сцепление, нейтралка и тормоз. Все, приехали.
Ну, сцепление-то ты как передачу на нейтралку поставила, все, сцепление отпускай сразу, что ты его держишь до конца. Теперь нажимать это? Да, нажимаем это. И вот это. Чтобы наверняка. Все, спасибо, что были со мной. Мой первый урок прошел вроде как неплохо. Ну, мне так кажется. Руки вспомнили, где что. Но еще учиться и учиться, как говорится. Все, в следующий раз я вам расскажу, как прошло мое первое вождение после такого перерыва с инструктором. Если удастся, я попрошу, чтобы немножечко заснял. Но не обещаю. Всем спасибо и пока. Пока.